Это все вместе под ключ, я так выражаюсь, да? Понимаю. Ну давай, дождемся цен и будем от этого толкать. Да не знаю, надо определиться. Тут тоже своя ценовая политика должна быть. Планку за... Я еще не знаю, я еще с ничего пока не продаю, я себе беру. Понимаешь? Сейчас нет. У меня же, я же с тренером работаю, у меня лошадей своих, знаешь сколько. Вот. А так сейчас буду думать. Сейчас, сядем. А? Конечно, я же у нее и беру все время, конечно. Я же тебе говорю по 17. Ну, у меня есть парень, который ездит, он привозит. Ну, маленькие партии, да, для меня. А так, чтобы вот так вот работать, я поэтому и связался, чтобы взять. Понимаешь? И уже будет все по-другому. Ну, поговорим при встрече, понимаешь? Давай при встрече лучше. Да нет, дело тут при чем? Для меня-то что? Ну там выйдет 2-3. Понимаешь, максимум. Мне надо знать, сколько я заплачу. И уже понимать, сколько я могу с этого требовать еще сверху. Понимаешь? Там, потому что и так все дорого.